Это событие стало для всех нас настоящим праздником, символом объединения народа, возвращения нашей страны к своим подлинным историческим и духовным корням, говорится в поздравительной телеграмме. Александр Ткачев подчеркнул, что в те непростые дни вся Кубань переживала за судьбу жителей Крыма и Севастополя. И сегодня, преодолев испытания, новые субъекты России демонстрируют успешное развитие. Губернатор отметил, что со своей стороны Краснодарский край будет и в дальнейшем поддерживать крымчан и севастопольцев. Ведь у Кубани и Крымского полуострова общая история, культура и традиции. Александр Ткачев пожелал всем жителям Крыма и Севастополя здоровья, благополучия, мира, стабильности и процветания.